концерты наших студентов всех вузов. В субботу состоялся концерт первого этапа. Сегодня вы услышите и увидите хоры третьего курса и хор уже наиболее старших курсов, четвертого и пятого. Это объединенный хор четвертого и пятого курса, которым будут дирижировать студенты четвертого курса, а пятый курс, они уже будут готовить сейчас большую сложную, серьезнейшую программу для государственных экзаменов, которые состоятся в Египте. То, что кафедра проводит эти концерты, это весьма знаменательно, потому что это результат большой, упорной, кропотливой работы педагогов кафедры и самих студентов. Потому что у нас очень тонкий инструмент. Это не рояль, это не какой-нибудь сольный инструмент. Это перевести, где нужно оттачивать свое мастерство, свой опыт приобретать на живом звуке. Поэтому в связи с тем, что у нас курсы относительно большие, мы и проводим концерты так называемых курсовых хоров, где в первом курсе присутствует программа западноевропейских композиторов романтиков. Это очень сложный процесс, сложная программа, потому что сразу окунуться в эту особого свойства, особой проницательности и особого понимания звука первой и второй половины XIX века европейских композиторов. Это очень познать стилистику, познать язык, проработать портфолио. Это чрезвычайно сложно. Что-то удается, что-то еще, как говорится, предстоит еще познать. Но это естественно, потому что это рост от чего-то, как говорится, от фундамента до верхних этажей профессионализма, будем говорить. Заканчивающие студенты наш факультет. Это еще тоже молодые, талантливые музыканты, у которых еще тоже все впереди. Потому что, как говорил вещи и слова Павла Григорьевича Чесноков на курсе одних из первых выпускников консерватории второго дирижера, ну, вот вы получили диплом. Теперь вы поработаете лет 10, а потом только начнете понимать, что же такое таинство звука, что же такое хор. И вот мы сегодня с вами будем, наверное, радостно встречать наших молодых студентов, которым предстоит нести наше искусство дальше, в середину 21 века, продолжать дела и наших предшественников, и их учителей, профессоров кафедры. И давайте пожелаем вам доброго пути, хорошего настроения, вдохновения и радости творчества. Выступает хор студентов третьего курса в программе «Музыка эпоха Ренессанса». Руководитель хора, старший преподаватель Александр Владимирович Антипин. Александра Владимировича Антипина.
сильные солдаты. Настоящий воин остается в бою. И главное оружие – это всепобеждающая любовь. Тут тебе не гармати, вот и без солдати. Oh.
Дирижер Анна Матрёнина. Класс профессора Владимира Викторовича Контарева.
прекрасная. Твой мимолетный взгляд делает меня счастливым. Mm-hmm.